Ильинников. Звукооператорское мастерство. Второй курс. Николай Заболоцкий. Некрасивая девочка. Среди других играющих детей она напоминает лягушок. Трусы заправлена худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, черты лица острые и некрасивые. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду, и мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. А наш за ними следом, а наш за ними бегает по следу. Чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, узнает с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. И пусть черты лица ее нехороши и нечем ей прельстить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди, сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде?